Бля, Коля. Короче, ребят, смотрите, такая проблема. У кого есть колонки? А? Колонки. Ну, короче, да. В общем, у нас такая херня. Мы 5 числа едем в Карпаты. Это чуть меньше, чем неделя. В общем, кто может дать колонку... Кто это? Кто может дать колонку... Даринон. Даринон, это кто? Отзовись, ВК напиши, Даша. Кто может дать мне колонку на 6 дней буквально, которая хорошая, ну, которая, типа, звучит нормально? А я в Харьков ее привезу. Мы берем Саню, если поедем. Поедете. Ну, хорошо, еще надо... Напишите, короче, все, кто могут дать, напишите мне сейчас, прямо сейчас в ВК. Может, Даринон? Даринон, напиши в ВК, прошу. А еще, у кого есть, напишите мне в ВК. Все пишите. А мы знакомы с Дариноном? Что тебе надо, блин? Иди нахуй, Гробов. А я люблю Гробов, Даню у тебя Гробова. Есть колонка? Есть у него. Гробов, дай колонку. Гробов, Даня, любим тебя. Нам нужно несколько. О, Подольская, Дарина. Стоп, потом поговорим. О, это... Фу, злой ты, Даня. У тебя нету хуя, ты дебил. Все, ладно. Короче, напишите, пожалуйста, чтобы я сейчас, чтобы знать, заканчиваю трансляцию или нет. Нет. Я видела. Какая у тебя колонка, Даринон? У Гаранича. Да, реально можно у Гаранича. А он едет, он едет. А, бля. Какая у тебя колонка, Даринон? Какая? Бит. Какая? Маленькая такая? Как у Дани Линко? Маленькая. Ты тупая. Да, бит спил. Ну, так нормально. А большая или маленькая? Маленькая, скорее всего. А какого цвета? Мне просто интересно. При чём этот цвет, дура? И когда ты сможешь стрелиться? Маленькая красная. Это великолепно. Когда ты сможешь стрелиться? Можешь сейчас в Рич прийти? Ты тупая. Может, у нее планы, ну так, на всякий случай. Сейчас нет, конечно. Почему нет, конечно? Даже ты дура? Так хорошо, Даринон, мы с тобой спишемся. Ты можешь завтра где-то часа в 3 в Риче? Ты великолепна. Все. А тебе деньги нужны на это? Влад Скрипаченко, чем тебе помочь? Ничем не помогаю, спасибо за помощь. Нам нужна колонка. Если получится, нужно две. Кто может дать еще одну колонку? В смысле нет, конечно, Даша. Типа деньги не надо платить. Это вообще шикарная девочка, вообще обожаю. Кто еще может дать колонку? Нам нужно несколько. Ты тупая? Из-за того, что об одной хотели. Ребята! Кто колонку может дать? С Дариноном мы уже договорились. А Даринон, ты зарядку что же дашь, да, на нее? Вета. Света, у тебя колонки нет. Уходи. Даст у нас зарядку. Все, с Дарином порешали, она хорошая. Ивета. Она Ивета или Вета? Иди нах. У меня Ивета с одной Т. Я буду тебя звать Вета. Вета. Посмотри, как она загоняет меня. Помогите. Вета. Да, чтобы Виолетта Кононенко. Да, 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 да. Завтра где-то... Ну, короче, когда сможешь, подкатывай в Рич. И напиши желательно перед этим за 3 часа. Ой, за полчаса. За 3 часа, за сутки. Чем помочь? Колонкой. Колонка есть? Это уже там... Если ты из Харькова, то колонкой помоги. Я могу сломать. В смысле, ты нет. Дура. Мы отдадим, если надо будет, деньги все. Ивета, заблокируй он нахер. Она сейчас отпугает Даринона. Как ты можешь такое писать сейчас? Отработаешь. Я думаю, это Даринон написала. Сколько процентов? Вот. Ее Дарина зовут, а не Даринон. На двоих заказывать. Нет, не хочу. Все, Дарина, не сломаем мы колонку, все будет нормально. Все, спасибо, ребят. Ой, спасибо, Даринон, обожаю.